Выехали мы наконец-то в Хорватию, в район Задара. Зачем вы туда поставились? Игры. Играть. Мы будем не в самом Задаре, а за Дебенье, там чуть ниже надо проехать. Будем ехать 16 часов, практически без остановок, так только заправиться и перекусить. Смотрим, говорим. Время? Сзади тоже никого? Нет, не смотри, не сзади, смотри, я пираса повыжу. Обсиделись. Хоп! Не радует. Там кусок был, мы сейчас вот видим лес. На границе с Хорватией пробка, чтобы что-то надо карточку получить, чтобы дороги оплачивать. Вообще на виньетки, на оплату дорог, там туннели ушло туда-обратно 150 евро. Просто карточки берешь или что? Карточку надо было взять. Приехали наконец-то, сейчас подъезжаем к нашим апартаментам. Друзья, ну в городе было 36, здесь 34, возле моря сеночка, 2 градуса прохладнее. Сейчас, мать, выйдешь, посмотришь, чтобы я так встал. Хорошо. Туда же как и стоял. Бордюрину смотри.
Есть место? Нормально, есть. Ближе есть, можно? Да, можно ближе. Как мне это разделить? Это мы съездили уже в магазин, мы уже заселились. Поехали в магазин в Лидл, закупились. И немного рум-тура. Витаминки небольшие. И пойдет. Как хочешь, Алис. Кого? Можня. Так, они... А, есть Фейри. Ты думала, Фейри нету. Что такое-то тут? Была такая лохматая. Алис, сейчас подойду. Пролила что-то, Алис? Ничего страшного. Раскладывайте, давайте, да. Облила, наверное, что-то и все. Кондиционер. В зале такой же кондиционер стоит. Даже не хочу идти в ту сторону. Я подожду, пока вы все разложите там по полочкам. Что-то мне вообще неохота тусоваться тут. Я без шляпы сегодня. Пойдемте. Давайте, пойдемте вниз. Спасибо, Алисочка. О, боже мой, как жарко. О, жара вообще нереальная. Просто очень жарко. Дома? Не знаю. Нужна? Ну, кепка похожа на ёжик какой-то там. Ну, это просто палочки. Это палочки? А, деревья. Ах, это было ушло. Деревья или это доски? Какие деревья? Это дрова. Деревья? Деревья. Ну, да. Это береза? Я не знаю, что это за дерево. Нет, это оливки. Ну, о, Алиса, одевай кепку. Ключи ложи. Да, взяли. Ключи. Ладно, зайдем, убирайте и попробуйте. Там же шов на шляпе. Вон, назад надо. Что ты можешь, его можешь пофотать? Да, пофотать может. А меня кто будет фотать? Сама? Ну, что, сама себя я буду. Я вот тогда фотала бы свою. Ну что, пенсионерам фототься нельзя, что ли? Для себя тогда, чтобы для своего альбома.
чтобы никто не видел. Вот это магазинчик рядышком напротив. Прям мы туда ни разу не ходили, что надо его обходить, чтобы туда попасть. Сложного прохода нету. До моря от дома нам 4 минуты идти пешочком, вообще рядышком. Вот который с нами. Маску, сейчас мы сядем, да? Давайте. Да? Ну что тебе надо настроиться? На холодную воду? Ну, не такая же она и холодная. Я думаю, я чувствую. Не, она не холодная, нормальная. Не холодная. Матрас? Мадам.